знаю, что там, но как раз на перекрестке, как раз на светофоре, машина. Я ехала по переулку Братский, загорелся зеленый свет, ну и продолжалось движение автомобиля. Я подняла глаза вверх и видела, что падает кран. Единственное, что я успела, это как, ну, как прикрыться немножко, как бы оборонить себя, побоялась, что разобьются стекла. Все, вы ну, одна в машине была? Я была, да, одна в машине. Благо, что никого больше не было из водителей. Пострадавших никого больше? Нет, ну как бы нет, кроме меня. Я единственная. Ну, пострадавшие это все остальные, вот у кого получилось разбитые машины.